Друзья, это ужасная новость пришла к нам сегодня утром, с которой мы спешим поделиться с вами. К сожалению, нам стало известно на одном из российских сайтов, который еще с самого утра опубликовал эту страшную новость, что российская актриса, телеведущая Мария Шукшина сегодня ночью была госпитализирована в одну из частных клиник города Москвы. С чем это связано, пока информации нету. Друзья и знакомые, с которыми мы связались и пытались поговорить, пока ничего об этом не знают. Мы просто были шокированы этим известием, ведь только пару дней назад мы брали у нее интервью. Почему именно в частную клинику, а не в государственную, тоже есть много вопросов. Скорее всего, ее госпитализацию пытались скрыть, но все равно кто-то узнал и выложил это в интернет. Давайте, друзья, поддержим Марию Шукшину. Будем надеяться, что мы все узнаем и что с ней все будет хорошо. Будем надеяться, что ее жизни ничего не угрожает. Подпишитесь на наш YouTube-канал, друзья, жмите на колокольчик, и завтра утром мы уже выпустим новый выпуск у себя на канале. Следите за нами. До скорых встреч на нашем YouTube-канале.